стенах администрации Каспийска конкурсная комиссия рассмотрела заявки по проведению открытого конкурса по отбору управляющих компаний. Стоит подчеркнуть, что проходит отбор в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации о порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирных домов. Конкурс проходит по принципу проведения торгов. Победителем признается тот участник, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию ремонта общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс. В текущем году на территории администрации Каспийска прием заявок проходил до 6 декабря. Сегодня, 11 декабря, управляющие компании города представили свои лоты и ознакомили со своими идеями. Отметим, что проходил отборочный этап под руководством первого заместителя главы города Сергея Шахвалиева и начальника УЖКХ города Каспийска Мурада Алекберова.